Добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы сегодня договорились обсудить недельный раздел БР книги Ваикра. Ну и, как обычно, я буду пользоваться вот этим изданием книги. Все желающие могут увидеть, а совсем желающие могут даже себе получить такое издание. Итак, недельный раздел БР, что в переводе на русский язык означает «на горе». И мы с вами уже в прошлый раз обсуждали, в смысле год назад, мы обсуждали в этом недельном разделе такую вещь. Почему единственная заповедь начинается словами «И говорил Всевышний Моше на горе Синай». Это вообще вызывает большое удивление. А что, другие заповеди разве были не на горе Синай? Нет, конечно, какие-то заповеди были в Египте, даны нам еще до выхода из Египта. Но вообще говоря, весь корпус заповедей мы получили с горы Синай. Так в просторечии говорят, Тарами Синай, да? Вот Тора Синая. Это то, что мы получили. Так почему выделяется только заповедь, открывающая эту главу? Я напомню, что это заповедь о годе Шмита, что 6 лет надо заниматься сельским хозяйством, а в 7-й год землю надо оставлять в покое. И вот мы с вами в прошлый раз как раз обсуждали, что эта заповедь является именно очень важной, и она показывает наше базовое доверие Творцу, что мы абсолютно уверены в том, что Творец сделает так, что будет у нас пропитание и в 7-й год, и в 50-й год, и в любой год, какой надо. То. А теперь зададим себе следующий вопрос. Ну хорошо, вот эта заповедь такая очень важная, и про нее сказано, что она была дана именно на Синае, хотя все заповеди были даны на Синае. Но почему недельный раздел наши мудрецы назвали Беар, то есть на горе, с горы? Ведь в этом недельном разделе много разных заповедей. Так, секундочку, я сейчас впущу. Или это без меня? А, вот. Да-да, я все равно впускаю все. Да, так впускай, потому что вот тут Эмиль, а, все есть. Значит, в этом недельном разделе много разных заповедей. И если мы так уверенно говорили, что вот заповедь Шмита, она такая особенная, что надо было про нее сказать, что она с горы Синай. А все остальные заповеди этого раздела... И вот сейчас я поговорю еще об одной заповеди раздела БР, про которую наши мудрецы, в частности, Рав Кордовер. А Рав Кордовер – это очень необычный для нас, всех русскоязычных людей, человек, потому что это прапрадед Самуила Яковлевича Маршака. Он прямой потомок Рава Кордовера. И в ряде своих стихотворений он просто реализует положение этого рава. Так вот, ряд наших мудрецов говорят, что те, кто принимает на себя выполнение той заповеди, о которой мы сейчас будем говорить, принимают на себя всю Тору и ярмо небес. А те, кто отрицают и не выполняют этой заповеди, как будто отрицают всю Тору. Давайте посмотрим, о чем идет речь. С вашего позволения я включаю. Значит, 25-й перек книги Ваикра, 35-38 пасуки. Значит, сказано в Торе: «Не переведется бедный среди нас». И, с одной стороны, вроде бы это как противоречит тому, что сказано в Торе,
опять-таки, я веду вас в землю широкую, удобную, просторную, землю, в которой ты будешь есть хлеб свой без недостатка и так далее, и так далее. Откуда же возьмется бедный, если все как бы так хорошо Всевышним устроено? Ну, смотрите, земля, конечно, хорошая, но для того, чтобы добывать себе средства к существованию, необходимо работать, необходимо прикладывать массу усилий. И говорят наши мудрецы, что на самом деле, конечно, вся парноса, все наше пропитание, все, что мы имеем, это подарок небес. Но наша работа, наши усилия – это тот сосуд, который мы подставляем вот под это блага, которые падают с неба, чтобы они не ушли бесполезно в землю, как дождь, который падает на песок. Так вот, изготовление этого сосуда, собирающего блага, это наши усилия, это наша работа. Всевышний, конечно, нам все даст, но в ответ на наше собственное усилие. А дальше может быть все, что угодно. Может быть стихийное бедствие, может быть, не дай бог, война, может быть эпидемия, может погибнуть глава семьи, силами которого создается вот этот сосуд, принимающий подарки от Всевышнего. И тогда окажется в нашей земле бедной, окажется вдова, окажется сирота, окажется пришелец, которому, как всегда, пришельцу бывает сложнее, чем коренному жителю страны. Потому что коренной житель, который связан с землей во многих поколениях, имеет наследственный надел земли, имеет там много всего, что создали поколения его предков. Пришелец ничего этого не имеет. Он начинает сначала, он начинает с минуса. И, конечно, у него могут возникнуть проблемы. И что говорит нам Тора? Ваикра 25:35. «И если обнищает брат твой, и ослабеет рука его с тобой, и поддержишь его, гер и житель, и будет жить с тобой». О чем речь? Во-первых, обязанность помочь бедному, она касается на самом деле всех. И накормить голодного и помочь ему, так сказать, здесь законы Торы вполне интернациональны, но есть особенности этих законов, связанных с тем, что обнищает брат твой. То есть тот, кто живет вместе с тобой, представитель твоего народа в твоей стране. И вот если обнищает брат твой в силу тех причин, о которых мы уже говорили, и если он не может сам себя обеспечить, так сказать, что-то такое произошло, и вот люди голодают, и поддержишь его. При этом вот эта вот поддержка распространяется и на гера, а в данном контексте гер – это человек, присоединившийся к народу Израиля. То есть это человек, который прошел гиюр, и в этом смысле Тора одна и для потомков Авраама, Ицхака и Иакова, и для гера, присоединившегося к народу Израиля. И здесь еще конкретизируется и житель страны Израиля, то есть это не еврей, не присоединившийся к народу Израиля, но это человек, который соблюдает законы Ноаха, отказался от идолопоклонства и так далее, вот семь заповедей Ноаха, и в этом смысле, в смысле экономическом, он равносилен гражданину Израиля, равносилен геру, равносилен потомку Авраама, Ицхака и Иакова. Он не может быть избранным царем Израиля, потому что про царей сказано только из братьев своих,
можешь поставить себе царя, да? Но с точки зрения экономической, чтобы он мог нормально существовать и нормально жить, он абсолютно равен тем, кто является потомками Авраама, Ицхака и Иакова. И далее идет конкретизация вот этой заповеди. Надо помогать. Что значит «надо помогать»? Не бери с него укуса и роста. Вот такими странными, немного, рост – это более-менее понятно, русское слово «ростовщик». А укус – это другое танахическое наименование суммных процентов. То есть, когда ты одолжил человеку энную сумму денег и предполагаешь получить их в определенный срок обратно, но не эту сумму, а сумму плюс что-то. И вот этот судный процент, увеличение суммы денег по случаю того, что их отдали в суду, называется укус и рост. Два таких слова. Почему укус? Мудрецы говорят, что такие суды напоминают укус змеи. Вот когда змея кусает человека, то где-то на теле два маленьких пятнышка, в общем, ничего такого особенного страшного, и укус змеи даже не всегда бывает болезненным. Секундочку. Ага. Укус змеи не всегда бывает болезненным, но вот этот яд, который проник в организм, он потихонечку отравляет организм, и через некоторое время человек умирает. То есть вот этот укус, этот судный процент, который делает положение должника весьма тяжелым, это такое вот непростое дело. И дальше конкретно сказано: серебро свое не давай ему с укусом, и в рост не давай еду свою. Значит, то есть речь идет и о чисто денежной суде, и о суде продуктами питания. Например, дает человек мешок пшеницы, а просит вернуть после урожая тот же мешок, только плюс еще какое-то количество. Вот это вот есть рост еды. И заканчивается совершенно потрясающей фразой: «Я Ашем Элогим ваш, который вывел вас из страны Египет, чтобы дать вам страну Кнаан, чтобы быть вам Элогим». Казалось бы, какое отношение вот эта вот последняя фраза, 38-й пасук, имеет ко всему вышесказанному? Всевышний вывел нас из Египта для того, чтобы дать нам Тору и для того, чтобы мы завоевали страну Кнаан и в этой стране реализовали Тору на земле. То есть построили общество, которое живет по законам Торы. Почему вот эта вот фраза специально оговорена в отношении взятия суды? Будем разбираться. Вообще говоря, в те времена и в этих краях на Ближнем Востоке, во времена дарования Торы, когда уже существовали развитые цивилизации, цивилизация Междуречья, цивилизация Египта, ростовщичество, вот эти вот денежные или продовольственные суды, было достаточно распространенным явлением. И да будет вам известно, что типовой вариант роста составлял 100% в год. Это для современного человека, который занимался какими-то финансовыми делами, скажем, покупал квартиру, брал ипотечный кредит и так далее, выглядит довольно дико. Как такое может быть? А вот именно так и было. И, скажем, если в Междуречье арендатор, в смысле арендодатель, предоставлял арендатору поле, или какой-то участок поля в аренду,
на сельскохозяйственный цикл, да, посев, обработка, да, сбор урожая, то это происходило так, называлось исполу, то есть арендодатель забирал половину урожая, собранного с этого поля. И то же самое, если у землевладельца не хватало, скажем, зерна до нового урожая, нечем было прокормить семью или нечем было засеять поле, то, конечно, ему предоставлялось ссуда. Он мог взять некоторое количество зерна для этих целей, только после сбора урожая он должен был вернуть вдвое больше, чем брал. И это считалось типовая норма. И здесь, как бы, ну, это было общепринято, так люди жили. И вот Тора нам говорит, никаких процентов совсем. И если мы с вами откроем Талмуд и посмотрим на обсуждение вот этой заповеди, то мы увидим, что наши мудрецы категорически запрещают не только давать деньги или еду в рост, но и брать такую суду. Это запрещено. Запрещено выражать хоть какую-то благодарность. Ну, например, кто-то одолжил мне 1000 шекелей на какое-то время, я вернул эту 1000 шекелей и сверху дал шоколадку «Мерси», так сказать, вот в знак моей признательности, что меня выручили в нужный момент. Категорически запрещено. Что делать? Такие у нас законы. И дальше наши мудрецы объясняют вот этот вот закон приблизительно следующим образом. Представьте себе, что кто-то, хороший человек, добрый и щедрый, подарил вам, ну, я не знаю, $1 000 000. Я думаю, что для всех присутствующих эта сумма достаточно существенная. Вот некий добрый дядя из Америки подарил вам $1 000 000. Спасибо. Но свой подарок он обусловил маленьким таким условием. Смотри, миллион твой. Вопросов нет. Делай с ним что хочешь. Только одна просьба. Может так получиться, что мой сын, который путешествует по миру, там, так сказать, занимается разными какими-то делами, окажется в твоих краях и попросит помочь. И тогда дай ему $1000 000. Понятно, да? Миллион вам подарен, но ты 1000, если понадобится. Это не значит, что это нужно. Это не значит, что это обязательно будет. Но в этой ситуации давай с тобой договоримся. $1000 000 ты ему дашь, чтобы выручить его, если это понадобится. И вот теперь давайте экстраполируем эту ситуацию на нашу жизнь. И для этого нам нужен 38-й пасук. Я Ашем Элохим ваш, который вывел вас из страны Египет, чтобы дать вам страну Кнаан, чтобы быть вам Элохим. То есть я Всевышний, я вывел вас из Египта и вывел вас с громадным достоянием. Помните, мы с вами это обсуждали в соответствующей главе, что мы вышли, унося из Египта, ну, так сказать, простой смысл текста – золото и серебро. При чуть более зрелом размышлении мы видим, что мы получили все выдающиеся цивилизационные достижения египетской цивилизации. А до этого мы получили еще достижения цивилизации Междуречья. И вот вышли мы оттуда с громадным достоянием. И наследство наше – это земля Кнаан. Земля потоков вод, земля родников, земля плодородная, широкая и замечательная. И будет нам хорошо. И будет нам
благополучная экономическая жизнь. Но если придет к нам брат твой, а значит, сын Всевышнего, а значит, такой же еврей, как и ты, такой же еврей, который точно так же связан со Всевышним. И вот в этой ситуации именем Всевышнего мы должны ему помочь. Понятно, да? Это кто-то тебе подарил $1 000 000 и попросил, если понадобится, помочь своему сыну. Такая история. А теперь я хочу рассказать парочку историй, потому что обычно в этот момент люди говорят, ну, это все, что называется, бабушкины сказки, где вы видели банк, который дает бесплатные суды. Процент за ипотеку надо платить, и процент немалый, и это занимает много лет, и так далее, и так далее, и тому подобное. Я просто приведу очень конкретный пример из своей биографии. Ну, не совсем своей, но это не важно. Один мой хороший знакомый приехал в Израиль в 1991 году, во времена Большой Алии, приехал еще из СССР, когда норма вывоза была $120 на человека, какое бы у тебя ни было в СССР имущество, там кооперативная квартира, машина, дача, все что угодно, все это оставалось где-то там, а человек мог вывезти там несколько чемоданов, $120 на человека и своих детей, жену и детей. Вот он так и выехал, их четверо, муж, жена и двое детей. Приехали в город Кирьят-Арба, он же Хеврон, к югу от Иерусалима, поселились там. И вообще говоря, жизнь тяжелая, потому что первое какое-то время они живут на съемной квартире, на 6 месяцев Сахнут дает так называемую корзину абсорбции, которую в те времена еще надо было потом возвращать. И специальность не бог весть какая, и устроиться на работу в Израиле для него было довольно сложно. И, собственно, не просто сложно, а вот плохо. Жить надо. И вот приходит этот парень, звали его Александр, приходит к раввину Кирьят-Арбе и говорит: «Ребе, посоветуйте, я в стране вот 3 месяца, скоро кончится корзинка абсорбции, надо как-то жить, жена и дети, значит, жена учит иврит, жена по специальности учительница, но прежде чем стать учительницей в Израиле, нужно овладеть ивритом, так, по-настоящему, чтобы был свободный литературный иврит. Вот. А пока она овладевает ивритом, занимается уборкой подъездов. Вот. Жизнь очень плохая». И раввин его спрашивает: «Александр, а что вы умеете делать?» «Ну, там, что-то умею, умею водить машину». «Хорошо». И вот от лица еврейской общины Кирьят-Арба Александр получает беспроцентную суду в размере $50 000. И на эти деньги, по тем временам, покупает минивэн, ну, по-русски сказать, рафик такой, 10-местный автомобиль, и записывается в кооператив извозчиков. В те времена в Израиле это было очень активно. То есть некая вот организация, где сидит диспетчер на телефоне, и есть целая компания вот этих самых владельцев автомобилей, и диспетчер дает им указания: значит, возьмешь группу рабочих там, отвезешь их туда, потом возьмешь школьников отсюда, привезешь туда, и у каждого на целый день есть
график такого извоза, значит, по которому он, выполняя свою работу, зарабатывает вполне нормальные деньги. Значит, сразу перехожу к концу истории. Александр в течение нескольких лет смог вернуть эту ссуду. Она беспроцентная, он получил 50 тысяч долларов, он отдал 50 тысяч долларов. Но при этом он кормил свою семью, он взял квартиру, купил квартиру в ипотеку, да, получил машканту и, так сказать, полностью встал на ноги в стране Израиля. Значит, это просто конкретная история, о которой мне очень хорошо известно, потому что я этого Александра прекрасно знал и тогда, и сейчас. Ну, другой пример из жизни, который тем, кто живет на территории СССР или там СНГ, как это сейчас называется, наверное, будет удивителен. А как бы у нас это нормальное явление. Я приехал в Израиль. И тоже хотел купить квартиру, а как иначе, жить-то где-то надо. И взял ипотеку в банке. Ну, и банк не ставил своей задачей побольше с меня взять укуса и роста. Я слышал, что ипотечный кредит в России может составлять и 12-15% годовых. Так вот, мой ипотечный кредит составил, ну, там вся сумма на приобретение квартиры была разделена на три части с разными условиями кредита, так, чтобы я мог всегда сманеврировать, что-то гасить вперед, что-то гасить попозже, так сказать, вот, с точки зрения моей выгоды, не выгоды банка, а выгоды моей, чтобы как можно меньше истратить денег и как можно быстрее погасить ипотечный кредит. Так вот, самая дорогая треть моего кредита была под 4% годовых, а самая дешевая треть моего кредита 0,9% годовых. Вы не ослышались, я назвал точную цифру. 0,9 меньше 1% в год. Значит, вот таким образом наш банк, который, собственно, и называется Национальный банк, да, Народный банк, Банк Леуми, вот таким образом он помог мне приобрести квартиру в кратчайшее время с минимальными затратами. Ну, это было, правда, не вчера, это было довольно давно, ну, вот, но живем до сих пор в этой квартире. Вот что касается кредита. И теперь последний вопрос, который связан... Сейчас, уже две минуты этого, сейчас закончу. Последний вопрос, который связан со всем предыдущим. И который обычно люди, не очень хорошо знакомые с сутью Торы, задают. Ну хорошо, вот вы говорите, что Всевышний дарит нам блага, всякие разные. А почему он не может сделать так, чтобы всем было хорошо? Ну вот Всевышний всемогущ, всемогущ. Ну так пусть сделает так, чтобы для сирот, вдовы, сироты и пришельца булки росли на деревьях. Чтобы дома и квартиры были бесплатными, чтобы все было совсем хорошо. И здесь на этот вопрос наши мудрецы дают очень простой ответ. Что если Всевышний будет только дающим, а человек, люди, будут только принимающими, то в этой ситуации никакого приближения человека ко Всевышнему быть не может. Мы не можем реализовать тогда свой потенциал быть целем Элохим,
быть по подобию Всевышнего, потому что у него будет одно свойство давать, а у нас будет прямо противоположное свойство получать и только получать. И поэтому мир устроен так. Да, мы получаем, слава Богу, но мы еще и отдаем. И в частности, отдаем вот таким вот способом. И в этом очень-очень важная вещь. Ну и последняя фраза, которую я хочу сказать. Что когда я сегодня утром разослал приглашение на это занятие, то один очень хороший человек, убежденный сионист, такой правых национальных взглядов, который давно живет в стране Израиля, все вот это, он говорит, ответил мне на мое письмо, что при современной агротехнике и способах обработки земли и все такое прочее, заповедь Шмита бессмысленна. И выполнять ее не надо. А приближение ко Всевышнему осуществляется молитвой, цдакой и, как он написал, молитва, цдака и добрые дела. Значит, нет, молитва, цдака и выполнение мицвот. Вот он мне написал такую фразу. И я ему не стал отвечать, я сейчас хочу на это ответить всем вам. Что, во-первых, он мне ответил нелогично. Почему нелогично? Потому что он говорит приближение к Всевышнему через выполнение мицвот. И тут же говорит, а вот мицва года Шмита никому не нужна. Тогда простите, или приближение к Всевышнему через мицвот, или отрицание мицвот по каким-то там причинам. То есть это уже нелогично. Это момент номер один. А момент номер два. Наша Тора, в отличие от многих других религиозных течений, не говорит ничего о потустороннем мире. Вот если в христианстве, так сказать, вот терпи, здесь плохо, здесь все очень это, а вот там, потом, на небе, ты получишь свою награду. То Тора говорит не об этом. Тора говорит, здесь и сейчас мы должны реализовать замысел Всевышнего. Мы должны строить мир по его заповедям. И тогда наша награда и наше наказание будут вполне посюсторонние и вполне материальные. И выполнение мицвот, исследование заповедям, оно приносит в этот мир, дает возможность в этом мире проявиться Всевышнему и нам приблизиться к нему. Спасибо за внимание. Какие есть вопросы? Так, одно из двух. Или все понятно, или ничего не понятно. А, вот. Пожалуйста. Добрый день, Юрий. Да, слышите меня? Добрый. Слышу прекрасно. Ага. Большое спасибо, Юрий. Я рад опять быть с вами вместе. Немножко я выпал. Ничего страшного. У меня, может быть, как комментарий или в том же, в конце, может быть, вопрос. Вот я вот смотрю, вот был у нас вот этот период замораживания, когда нас заморозили, я думаю, вот это ковид годы два. И тогда, в принципе, вся земля, все страны говорили о том, что нету прироста экономики. И прирост экономики всегда тогда, когда вот все-таки остается вот этот процент, который дает вот эту прибыль как бы плюсовую.
И вся земля боялась, что случится, что у нас вдруг остановился вот этот прирост процента. И вот то, что говорит Тора, получается так, что это, в принципе, нам не интересно вот так, куда сегодня идет мир, и вот что вот этот прирост обязательно должен быть. Если нет прироста, тогда все плохо. Вот как вы вот это, ну так... Отвечу. Давайте. Спасибо. Вопрос понял. Смотрите. Ну, во-первых, в порядке хвастовства, там, я не знаю, или, скажем, пафосно, в порядке гордости за свою страну. В эти ковидные годы Израиль обеспечил рост валового национального продукта. То есть мы благополучно, экономически благополучно через эту неприятность прошли. Но это в порядке хвастовства. А вот теперь... Что же делать с приростом экономики и что банковский процент, по сути дела, каким-то образом отражает еще и экономический рост? Значит, наши мудрецы задумались над этой проблемой и задумались приблизительно в районе 10-11 века современного летоисчисления, примерно 1000 лет назад, что это, конечно, хорошо не брать процента, так сказать, 1000 серебряных денег дал, 1000 серебряных денег получил обратно. Но тут Тора говорит о двух исключениях. Точнее, не Тора, конечно, а мудрецы. Исключение номер один. Тора говорит о том, что нельзя брать процент с брата своего. При этом никто не запрещал евреям-ростовщикам, а они были основой финансовой жизни Европы в средние века, в силу того, что христианская религия категорически запрещала ростовщичество и вообще любые финансовые вот такие операции, деловые финансовые операции в христианстве считаются некошерными, да, потому что их рабби Йешуа изгнал торгующих из храма. Ну, так сказать, это не очень правильное толкование Евангелия, он никого из храма не изгонял, вот, но об этом не будем сейчас, будем о другом. Так вот, когда для христиан занятие банковской деятельностью или, как тогда говорили, ростовщичеством было запрещено, то евреи этим спокойненько занимались и брали проценты, давали суды и занимались этим не на уровне каких-то крестьян и ремесленников, а сужали деньги королям, сужали деньги, значит, на всякие громадные государственные проекты. Вот. И поскольку это были не евреи, их клиенты, да, то как бы Тора здесь не против. Но дальше возникает другой вопрос. Не все евреи банкиры в христианских странах. Так сказать, а иногда нужно заниматься своими внутренними экономическими делами. Как быть? Так вот, для этого наши мудрецы придумали некую хитрость, которая мне напоминает хитрость с продажей хамеца в Песах. Да? Вы знаете, что в Песах хамец из дома надо убрать, а как быть, если у меня стоит любимая бутылка водки в шкафу, и, так сказать, она не кошерна для Песаха, но выкидывать я ее не хочу, жалко. Значит, я заключаю договор и как бы продаю этот вот хамец не еврею, а по завершении 8 дней, 7 дней Песоха этот хамец возвращается ко мне. Хорошо. Есть такая вот хитрая заморочка. Так вот, точно такую же заморочку придумали с банковской деятельностью. Смотрите. Ситуация. Я хочу взять в банке деньги на развитие своего бизнеса.
Я какой-то там предприниматель, мне нужен оборотный капитал, я беру деньги в банке, естественно, банк хочет получить процент. Делается это так. Мы с банком заключаем договор о создании совместного предприятия. В это предприятие я вкладываю свой опыт, свои связи, свои какие-то там основные средства производства, станки, там, не знаю что. Банк вкладывает свои деньги для оборотного капитала, для развития и прочее. В качестве совместного предприятия мы работаем, работаем, работаем. Ну, банк отдыхает, я работаю, но дальше, значит, получается прибыль. И, так сказать, вот после завершения оговоренного производственного цикла деньги возвращаются в банк, и прибыль делится в каком-то отношении. То есть я что-то получил, и банк что-то получил. И наши вполне кошерные религиозные банки, в частности банк Мизрахи, устроен именно таким образом. То есть с точки зрения внешнего наблюдателя он, конечно, берет свой банковский процент. С точки зрения внутренней, так сказать, вот договоренности между банком и клиентом, речь идет о совместном предприятии, которое вот в той или иной мере работает. Но при этом, в отличие от обычного бизнес-партнерства, сумма, которую партнеры потом должны делить, заранее зафиксированы. То есть в любом случае банк свое должен получить. Но вот таким хитрым образом, типа продажи хомяца или продажи поля в год шмита. Такое у нас тоже бывает после того, как это аллахическое решение вынес Рав Кук в 20 каком-то году, когда он был этого века, прошлого века, 20 века, когда он был главный раввин земли Израиля. Я ответил на ваш вопрос? Да, большое спасибо. Очень хорошо. Большое спасибо. Большое спасибо, Юрий. Пожалуйста. Большое. Еще вопросы? Рав. Пожалуйста, мы вас слушаем. В 36-м посылке тут не бери с него укуса, трепещи, да. А в конце и будет жить брат твой с тобой. Да. Что имеется в виду? Нужно даже предоставить как бы за площадь или что? Нет. Будет жить, значит, это то, что есть такая русская пословица. Тот, кто даст человеку рыбу, накормит его один раз. Тот, кто даст ему удочку и обучит с ней работать, да, накормит его на всю жизнь. Так вот, речь идет о том, что самый лучший вид помощи нуждающемуся – это сделать так, чтобы он в дальнейшем перестал нуждаться. То есть помочь ему не просто, скажем, дать деньги – а помочь ему на эти деньги открыть свое дело, улучшить свое хозяйство. Ну вот что-то такое. В частности, если вы читали Шолом Алейхема, там описывается такая, только простите, не помню в каком рассказе. Это из коротких рассказов, не длинная повесть. Описывается ситуация, когда у женщины умер муж. И вот она осталась вдовой с некоторым количеством детей без средств к существованию. И в рамках вот этого местечка, в рамках общины собирают деньги. И не просто ей дают деньги, а, так сказать, ответственные люди из общины какое-то ей дают помещение, какие-то товары и обучают ее, так сказать, работать лавочницей. И вот, так сказать, она, оставшись вдовой, получает в свои руки некоторый инструмент для постоянного дохода.
То есть ей стартовый капитал обеспечили, и она вот начинает работать в этой лавочке, и не бог весть что, и не бог весть как, но каким-то образом может прокормить своих детей. Вот что имеется в виду в теории, да? Чтобы жил брат с тобой. Не для того, чтобы ты его потом всю жизнь содержал, а вот как-то помочь ему немножечко встать на ноги. Примерно так. Спасибо. Еще вот тут в комментарии Рафьона тоже пишет, что эта помощь без укуса и вообще она в первую очередь касается своих братьев, то есть как бы единомышленников. А что делать, если, как говорится, братьев нету и постоянно приходит вот это вот желание кинуть эту копейку там на улице кому-нибудь? Как с этим вот? Иной раз бросаю, иной раз думаю, а зачем я это делаю? Они же пойдут и, ну, явно видно, что на алкоголь собирают или вообще на наркотики. Смотрите, как быть в этом? Как быть стоит в этом себя ограничить? Смотрите, вы задали предельно сложный вопрос. И ответ на этот вопрос – это наша общение со Всевышним. Вот прислушаться к своей совести, к чему угодно. Я привожу пример. В нашей еврейской общине, где я живу, в Маале Адумим, есть синагога, которую я посещаю, раввин там и социальная структура общины, есть так называемый фонд помощи бедным, куда все желающие дают деньги. Причем есть какие-то дни в году, когда вообще принято давать деньги. Так сказать, вот когда дни, когда читают эскор, и, то есть поминовение родителей, и там в эскоре есть такая фраза: «И не беря на себя обета, обязуюсь дать деньги на благотворительность». Значит, там, 1, 2, 3 дня после чтения эскора я подхожу к ответственным людям и говорю, где тут, значит, коробочка на фонд помощи бедным, и кладу туда деньги, я не буду называть сумму, чтобы не хвастаться. Значит, сейчас в нашей общине создали специальный фонд помощи беженцам с Украины, потому что если 15, 20, 10 лет назад евреи приезжали, что называется, как из Египта, с большим достоянием и со всем своим имуществом. И не было вопроса перевода денег, там, разобраться с недвижимостью, с бизнесом, не было проблем. То сегодня беженцы с Украины – это настоящие беженцы. Это беженцы военного времени, которые выехали из-под бомбежки, выехали, так сказать, дай бог, что они спасли детей и, так сказать, приехали в страну Израиля, им надо помогать. И вот у нас есть такой специальный фонд в нашей общине для помощи украинским беженцам. А вот когда ко мне в дверь, просто вот в дверь квартиры звонок, открываю дверь, стоит молодой парень, такой, знаете, кровь с молоком, 25 или 30 лет, в шляпе, все с бумагой, на которой написано, что он собирает деньги там на ешиву, на колель, на что-то еще. Мне всегда ему хочется сказать: а вы работать не пробовали? Потому что я понимаю, помочь беженцу – это очевидно. Я понимаю, помочь старику или инвалиду – это очевидно. А вот в такой ситуации лично я денег не даю. Хотя даю их вот в другие места и другими способами. Но это мой личный выбор и мой личный пример. И, или, например, стоят на улице люди, вот это самое, с кружками. Всегда даю деньги тем, кто играет на музыкальных инструментах. Почему? А потому что человек работает, ну как может? Ну вот он скрипач,
Он стоит и играет на скрипке. В старом городе Иерусалима это очень часто. На скрипке, там на чем-то еще. Вот. Он работает. Он не просит милостыню. Он делает всем хорошо. Постоять, послушать замечательную музыкальную игру. Конечно, положу туда то, что у меня в кармане будет. Вот. А вот если, значит, начинают тебя пихать в бок, дай миллион, дай миллион, дай миллион, я стараюсь пройти мимо, сделать вид, что я этого не замечаю. Вот. Но это личный выбор каждого и вопрос его отношения, прежде всего, сам с собой и со Всевышним. Я ответил? Спасибо. Направление уловил. Спасибо. Да, большое спасибо, Ури, и мы перейдем к следующему докладчику. Да-да, выключаюсь. А можно, извините, а можно секунду, Рав? Я вот в первом стихе услышал такой смысл, если неправильно, вот «и обнищает брат твой». Вот если в морали, как вот мораль предшествовала Торе, «и ослабеет рука его с тобой», как бы в споре с тобой, потому что его труд по поиску Бога против твоего поиска, потому что тебе дано, а ему нет. И ты поддержишь его, гер и житель, и будет жить с тобой, жить в другой жизни тоже, потому что ты поддержишь, нет никакого «если» в тексте. Ну, то есть поддержишь тем, что Торой поддержишь, дашь возможность народам воспеть Бога и так приблизить Машиаха. Вот такая мысль пришла мне. Смотрите, наш семинар называется «70 ликов Торы». Ваша идея вполне разумна, просто я здесь всегда пытаюсь найти вполне материальное здесь и сейчас. То есть вы очень хорошо сказали, мне очень понравилось, я этого не заметил. И вот если ослабеет рука его с тобой, вы очень правильно сказали, потому что на самом деле, ну, мир устроен так, что все ресурсы ограничены, да, и если мне удалось что-то получить, да, заработать, приобрести и так далее, то на самом деле, даже если я никого не отпихивал и никому поперек дороги не становился, все равно это значит, что вот в борьбе за парносу, за материальные ресурсы существования, вот я где-то вышел вперед, а брат мой, вот его рука ослабела в борьбе, в частности, и со мной. Вот это очень интересная мысль. Спасибо вам большое. Но я всегда... Вам спасибо. Да, не за просто движение ко Всевышнему, а за то, что это движение должно стоять на четком материальном фундаменте. Вот. Без материального фундамента ничего невозможно. Спасибо. Вот. Ну, переходим к следующему. Да, Эмиль, просим. Да, я, честно говоря, думал, что час всего урок, и как-то уже вышел из немножко из колеи, но я попробую как бы быстро, значит, сказать, что у меня есть сказать. Вот. Но в традициях толкования есть такой подход, когда обращают внимание, где находится параша, и в смысле смежные с ней. Вот. И из этого следуют какие-то определенные выводы. Вот. Значит, здесь у нас параша находится как бы уже в конце книги Ваикра. А до этой параши, значит, Бехар, было несколько параши, значит, глав, которых очень часто повторялось, значит, «Я Всевышний, я свят, и вы тоже должны быть святы». И очень часто заключалась такой фраза «Я Всевышний, я Бог, я Бог». Очень часто повторяла, значит. И в конце концов мы подходим к параше Бехар. Значит, какое это все это может иметь значение? Значит, вся книга Берешит посвящена службе Всевышнему фактически. То есть она действительно касается и святости, и приношения жертв в храме. А здесь как бы мы возвращаемся на землю.
прямом и переносном смысле в этой главе. И нам Всевышний напоминает, что Он создал не только небо, но и землю, и земля может быть такой же святой, как и небеса в каком-то смысле. Да? Вот. Здесь отношения между Всевышним Израилем и землей Израиля, они, значит, очень хорошо символизированы в Шира-Ширим. Да? Кто был на уроке Левинова, тот, может быть, уже об этом слышал. Здесь как бы получается такая двойная любовь. То есть святость лучше всего толковать как предназначение. То есть предназначение, данное Всевышним. И вот оно через метафору выражается как, значит, супружество. И здесь получается так, что Израиль, он жена Всевышнего в этом символическом толковании, а земля, она жена Израиля. И вот в Шире-Ширим описывается вот это вот сложное взаимодействие вот этой любви. Но в целом, так чисто философски, значит, между жизнь рождается между землей, между небом и землей. Фактически храм, он является вот этой связью. И, значит, когда мы даже приносим козла или азазель, то мы знаем, что в Йом-Кипур один козел идет на жертвенник, а другой сбрасывается со скалы. То есть, поскольку они, это жертвоприношение связано с очищением, здесь можно сказать, что этот козел, который сбрасывается, он как бы в каком-то смысле является жертвой для земли или очищением земли от пролитой на ней крови, да, и от всяких других неправильных действий. Вот. Я сменю очки, потому что я тут плохо вижу. Значит, я тут в этом отношении хочу привести вот очень любопытный момент, вот в смысле идеи супружества. Да, кстати, я бы хотел вернуться тут вот к этому вопросу, почему именно на горе Синай, потому что казалось бы, что все заповеди даны, и мы их рассматривали, вот, и они как бы касаются больше служения Всевышнему, опять-таки связанные с небесами, а, значит, это, эти все заповеди, которые даны в последних этих главах, они кажутся нам какими-то нелогичными. И вот здесь необходимость Всевышнего укрепить свой авторитет, поэтому он говорит, я Всевышний, то есть ты можешь изучать, обсуждать эти заповеди, но прежде всего ты их должен выполнять. И это высший авторитет «Я Всевышний», он подчеркивается и тем, что это дано на горе Синай. Что это такая же заповедь, как и заповедь о Шаббате. Да? То есть она ничем не слабее, поэтому ты не должен ничем пренебрегать из того, что я говорю. Хоть оно тебе кажется, может быть, и нелогичным, и странным. А особенно заповедь о земле, когда ты не работаешь вот, и даешь земле, так сказать, просто порождать. Вот как это может быть, что она породит шестой год на два года вперед урожай. Тем не менее, это авторитет Всевышний, и он требует этого выполнения. Вот. Значит, то, что я хотел сказать, как о Шаббате, то есть о Шмите, значит, у меня всегда был вопрос, когда мы делаем душа раба в Шаббат, кто делает, значит, есть определенные слова там, да, над бокалом вина. И вот я их зачитаю, и вы попробуйте увидеть тут нечто такое странное. Значит, я читаю второй абзац. Сахор это йом ашаббат ликадшо. Значит, помни этот день для его освящения. Шештамим таавод ваасита кол мелахтеха, ваайом ашвии шаббат ле'адонай элейха. То есть семь дней работы, шесть дней работы, седьмой день для Всевышнего. И вот дальше перечисляется, кто должен отдыхать, кто не должен делать работу. Слушайте внимательно. Ло таасе кол мелахтеха ата, Убинха, убитыха, аватха, аматха, убихемтыха, гер эшер бешарыха. Значит, что-то тут пропущено, вам не кажется, да? Значит, ты, твой сын, твоя дочь, кто не должен работать? Значит, твой раб, твоя рабыня и твое животное и гер, который у тебя. Кто тут пропущен?
Никто не замечает. Ну хорошо, я тогда скажу. Ведь ничего не говорится о хозяйке дома. Что-то случилось. Почему не сказано «иштеха»? Она что, не должна отдыхать в шаббат? Вот такой странный вопрос, да? То есть, казалось бы, пропущено что-то. И вот я во время, значит, разборки этой нашей главы нашел как бы ответ. Мы попробуем вспомнить, где мы не работаем, то есть где мы, да, где действительно продолжается работа и в шаббат. Кто помнит, кто скажет. Где не прекращается работа? В храме. В храме, совершенно верно. То есть из этого следует следующее, что жена в доме, она как бы священно действует, когда она подает на стол и, значит, выполняет все работы домашние. Вот. И что дом – это как храм, а стол – это как жертвенник. То есть у нее высшая святость, которая даже не входит, просто святость как бы, да, а она приравнивается к святости коэна фактически, да. Вот. Но только так можно объяснить вот эту ситуацию. То есть святость работы, которую делает жена, она не относится к той работе, которую другие делают. Значит, земля не работает, как бы, да, это в каком-то смысле одновременно как бы человек не работает на земле, да. То есть земля-то продолжает работать, то есть она порождает то, что в ней есть, она продолжает, значит, она отдыхает, вот, но это одновременно и отдых для еврея, то есть он не работает на земле, а тем не менее имеет необходимую пищу, и кроме того, что есть урожай, есть еще то, что называется душа шви, то есть то, что порождает сама земля, он тоже может есть. Значит, и отсчитывается 7 раз по 7. Но это нам напоминает то, чем мы сейчас занимаемся. Да? Это 7 недель по 7, или кто-то называет праздник седмиц, это Сфирата Омер. То есть Сфирата Омер, кроме того, что это период между, значит, урожаем ржи и урожаем пшеницы, да? То есть когда после этого можно есть урожай пшеницы, а пшеница, как мы знаем, она белая, а ржа она темная, серая. Вот. Это как бы символизирует еще очищение. То есть эти 7, значит, лет, когда приходит юбилей, он одновременно является очищением и как бы прощением грехов, и поэтому и в то же время и свободой. Да? То есть свобода дается рабу, освобождается он от долга. То есть здесь происходит обновление. То есть каждые 50 лет происходит обновление по очень многим всяким таким параметрам, да, то, что нет ни в одной экономике, собственно говоря, мира, да, где, значит, приводит ситуация к революциям, кто-то обогащается, и, значит, это перераспределение приводит, значит, делается уже насилием потом в конце концов. Значит, теперь есть вот этот момент. Я, честно говоря, прослушал, говорил ли Юрий о нем или нет. О доме в деревне, о доме в городе. Говорили или нет? Значит, почему дом в городе не возвращается в шмиту, только он имеет возможность быть выкупленным только в течение одного года. А дом в деревне приравнивается к земле. Значит, здесь у меня такое объяснение, что дом в городе, он как бы не связан непосредственно с земляными работами. То есть если дом в деревне, человек живет в доме и работает на земле, а вот в городе он, скорее всего, уже занимается каким-то ремеслом. То есть он не связан с обработкой земли непосредственно. Вот. Поэтому в шмиту он как бы не является частью сельскохозяйственного, значит, инвентаря и угодьев. И поэтому, поскольку тот, кто в нем живет, должен зарабатывать себе таким образом на пропитание своим ремеслом, то это не останавливается, это не связано с землей. Значит, важный момент этой заповеди подчеркивается тем, что при изгнании евреев за их нарушение земли Израиля, они, значит, как бы говорится в Торе, это уже, по-моему, в следующей главе, что
земля, как бы евреи изгоняются, чтобы из-за того, что они выполняли эту заповедь, и земля при их отсутствии будет наверстывать свои субботы, то есть возвращать те субботы, как, значит, она должна отдохнуть за то все время, когда евреи не выполняли этой заповеди. Значит, здесь мы как бы вот этот конец этой книги Ваикра, значит, подчеркивает так же, как и вся Тора, связь с землей, то есть вся книга, то есть вся Тора заканчивается тем, что евреи, значит, стоят на пороге входа в землю Израиля. И здесь это служение вот тоже подводит нас опять-таки к земле Израиля, то есть показывается, что эта связь, значит, с землей и с Всевышним, она совершенно неразрывна. И вот евреи, как бы, которые, как бы, условно говоря, спущены с неба на свою землю, они вот решают таким вот вопросом, то есть решают свои вопросы по этим всем законам. Значит, если мы теперь обратимся к другим народам, поскольку, значит, нас это тоже интересует, вот, то мы очевидцы того, что происходит в наше время, когда идут споры за землю, и другие народы решают это с помощью силы, а в принципе, ничем не отличаясь от животных. Если вы знаете, как ведут себя животные, то они метят свою территорию. Если когда кто-то чужой приходит на нее, они за нее могут бороться, они могут драться. Но более продвинутые животные, они даже не устраивают войны. Они просто, значит, встречаются, эти самцы, и они взглядом друг друга показывают, кто более решительный, кто может завоевать эту землю или эту самку и продолжать, значит, дальше жить на этом участке со своим племенем. Вот. Значит, на самом деле у других народов, значит, эти законы по-своему тоже отрегулированы. Если мы возьмем философию Канта, который написал такую книгу, как «Метафизика нравственности», он разбирает эти вопросы. Почему что-то принадлежит одному, а что-то принадлежит другому? Называется «Мое-твое». Как выясняются эти отношения? И вот он говорит, что есть критерий, который регулирует, значит, эти отношения. Он говорит, что им является продолжение жизни и развитие разума. Если что-то этому противоречит, то необходимо найти, договориться о таком решении, чтобы каждый, значит, мог определиться в своих отношениях к своей земле. Значит, в конце концов, он говорит о том, что люди должны, разумные, конечно, люди должны просто договариваться, найти разумное решение, как поделить между собой эту землю, выдвинуть какие-то свои основания и свои документы, вот, чтобы разобраться и решить этот вопрос, но не войной ни в коем случае. Вот. К сожалению, мы видим, что наша цивилизация при всей ее, так сказать, технологии, значит, в моральном отношении очень далека. То есть она даже вот это, значит, было все в 18 веке, Кант жил и все это изложил. Тем не менее, никто к этому не прислушивается, и люди продолжают жить фактически вот такими животными принципами. Вот. Я бы здесь в конце привел такой вот еще, значит, параллель, если кто помнит, очевидно, наверное, я не знаю, сейчас изучают в школах или нет, Тургенева, да, вот у него есть, значит, через своего героя Базарова, он, значит, передает такую вот мысль, что там это говорится так, что мир мастерская, а человек в ней работник, то в нашем варианте это будет звучать так. Израиль – это наша мастерская, а еврей в ней работник. И вот все эти, это тоже часть нашей работы, это выполнение заповеди Шмиты.
Ну вот все, что я хотел сказать. У кого есть вопросы и какие-то дополнения? Можно? Да. Можно? Значит, смотрите, у вас очень интересное изложение, но там вначале принципиально фактическая ошибка. Да. Счет дней по омеру идет не от жатвы ржи до жатвы пшеницы. В Шавуот, то есть вот 50-й день счета по омеру, это начало жатвы пшеницы, а второй день после Песаха – это жатва ячменя. Да, рожь, я сказал, вы сказали ржи. Да. Рожь в стране Израиля не растет и в число семи плодов земли Израиля не входит. Ну, прости. Это ячмень. Это очень важно, потому что ячмень – это пища животных. Пища животных, а пшеница – пища животных. Ну, я просто имею дело больше с рожью по своим диетическим законам, поэтому я ошибся. Это другой разговор. Я тоже люблю ржаной хлеб. Да. Ну, просто про Тору. Да, да. Но если вот, простите, хлеб, вот это, я даже не знали, такое есть. Я не знаю, это... Есть такой хлеб ячменный? Есть. Ячменные лепешки. Ячменная лепешка. Есть. Вполне. Да. Да. Ну все, я прошу прощения за то, что я свою рожь любимую всунул вместо... Нет проблем. Хорошо. Ладно. Еще есть какие-то замечания и вопросы? Нету. Ну, хорошо. Тогда ведущий. Да, большое спасибо, Эмиль. Угу. Очень интересный хидуш про хозяйку дома. Если кто-то найдет другое решение, я с удовольствием послушаю его, если будет есть другое решение проблемы. Потому что это то, что я придумал, это я не уверен, я нигде этого не видел. Вот, так что ищите. Ну, все сходится, на мой взгляд. Да. Очень красиво, очень здорово. И почет хозяйке. Да. Хорошо, тогда всем спасибо. И следите за анонсами. Счастливо всем. Так, всего доброго.